просто, ну, пример, да, если, например, мы будем не среди всех участников случайной выборку делать, а, например, мы говорим о том, что всех, у кого сумма кредита, условно, там, четная цифра, да, мы в четные дни разыгрываем, а у кого нечетная, то мы в нечетные дни. Но при этом тоже случайным образом. Вот, при таких условиях вы как-то вот корректировали себя в зону вот более там зеленую, такую, или нет? Ну,